Большая колейность и многочисленные выбоины. Участок проезжей части по улице Московской от торгового центра Плаза до перекрестка с улицы Зернова давно вызывает нарекания у автолюбителей. Поэтому во время общественных обсуждений и онлайн-голосования в январе этого года жители города из 7 участков дорог, ремонт которых может быть профинансирован из областного бюджета, выбрали именно этот. На некоторых участках автомобильных дорог, которые входили в результаты голосования и не победили, значит, по итогам, тоже ремонт, ну, частично выполнен. На улице Садовая, улица Большая Коммунальная, в некотором объеме ремонт произведен тоже. В середине сентября настал черед и участка на улице Московской. Ремонт дороги делают в рамках государственной программы развития транспортной инфраструктуры. На данный момент производится фрезерование старого покрытия. Далее будет укладка выравнивающего слоя и устройство покрытия автомобильной дороги площадью 3684 квадратных метра. Генеральным подрядчиком выступает дорожно-эксплуатационное предприятие. Сумма контракта составляет 4 миллиона 550 тысяч рублей. В соответствии с графиком производства работ у них вот графики до 15 октября, конечно, они сдадут, может быть, пораньше, где-то, может, конец сентября это будет. Департамент городского хозяйства продолжает работу по включению участков дорог, которые требуют обновления, в другие адресные программы ремонта дорожного полотна. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.